Оренбург находился в глубоком тылу, и тем не менее здесь ковалась победа, так же, как и во многих других тыловых городах. Достаточно сказать, что на фронт было направлено 410 тысяч оренбуржцев. Из них 180 тысяч не вернулись с полей сражения. Здесь, в Оренбургской области, своим колоссальным трудом оставшиеся женщины, дети вырабатывали важнейшую продукцию для фронта. Это и продукция непосредственно военного назначения, это и производились продукты питания. В Оренбургской области находилось 10 военных училищ, которые готовили офицеров для действующей армии. Достаточно сказать, что практически вся бомбардировочная и штурмовая авиация комплектовалась выпускниками летных училищ Оренбургской области. В Оренбургской области воспитано 240 героев Советского Союза. Из них 220 – это воспитанники летных училищ. Из них 8 – дважды герои Советского Союза. 43 полных кавалера орденов славы. А в целом 65 тысяч оренбуржцев были награждены орденами и медалями. И сегодня мы вот проводим эту акцию именно в память о поколении победителей. Я поздравляю всех студентов нашего университета, сотрудников, преподавателей и в первую очередь ветеранов с великим праздником Победы!